Стас Александрович, в последнее время много говорится о развитии на Ямале туризма. Сильная сторона Нового Уренгоя в этом плане – это наши промышленные объекты. Да? Как может газовая столица привлечь к себе путешественников, любителей чего-то такого нового, необычного? Безусловно, Новый Уренгой выделяется из общего контекста других муниципальных образований Ямала, поскольку в основном у нас туризм – это этнографический, природный, и Новый Уренгой не конкурент в этой истории. И наша тема – это, как вы правильно заметили, промышленный туризм. Перед нами поставлена достаточно серьезная задача от губернатора Автономного округа Дмитрия Андреевича Артюхова о создании своеобразного кластера промышленного туризма. На сегодняшний день мы ведем большую работу в этом направлении и готов более подробно, конечно, об этом поговорить и рассказать. Да, я знаю, что сегодня это уже не только планы, перспективы, но и конкретные шаги. И приезжали к нам даже эксперты. Каковы их заключения? Ну, во-первых, да, действительно, нами создана рабочая группа по организации промышленного туризма, по развитию промышленного туризма, куда вошли практически все основные предприятия нашего города. Это, конечно же, топливно-энергетические компании, а также наши транспортные компании, потому что, безусловно, любой туризм, он начинается с ворот, а у нас есть двое ворот – это авиа и железнодорожные. Но ощущается готовность, да, со стороны предприятий, в том числе предприятий ТЭКа, и какие еще моменты в плане там, транспортном, например, надо все это решить? Есть, на самом деле, не буду скрывать, есть очень большие сложности. В первую очередь, это сложности, связанные с тем, что у нас так называемое опасное производство, и необходимо проходить очень жесткие регламенты по безопасности, а также по технике безопасности. В результате мы на сегодняшний день должны выработать определенный такой таймлайн при подготовке туристического маршрута и его реализации. Вместе с тем, определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Как вы правильно сказали, у нас в прошлом году прошла стратегическая сессия на тему промышленного туризма, в которой приняло участие большое количество наших компаний. Регионы, менторы промышленного туризма, это Кузбасс, это представители Уральского федерального округа и иные. То есть в целом по стране уже такая практика есть, действительно есть интерес у людей именно к промышленным объектам? Безусловно, он присутствует, но очень важно понимать, что у нас тоже, у нас везде своя специфика, да, то есть если мы возьмем там город Екатеринбург, да, Екатеринбург, это его всегда называли город-завод, да, то есть там предприятие находится в черте города, или тот же самый Кубас, угольная промышленность, сталелитейная промышленность, которая там развивается, она также находится либо в черте города, либо в очень близкой истории рядом с города. У нас же основное, наши, конечно, самые интересные предприятия, это газовые промыслы, да, они находятся за чертой города, и давайте будем отдавать себе вполне естественный отчет, что, ну, я плохо себе представляю какого-то туриста из Санкт-Петербурга и Москвы, который, сидя на диване, такой, а не поехать ли мне в Новый Уренгой посмотреть газовый промысел? То есть целиком именно промышленная история, она, наверное, вряд ли реализуемая. Поэтому мы для себя в первую очередь ставим задачу формирования, как мы это для себя назвали, программируемый туризм. То есть, когда наш турист в первую очередь приезжает на какое-либо событие к нам в город, то есть это микс такой событийного и промышленного туризма, посещает события, а параллельно, в дополнение к событию, он может посетить промышленные наши предприятия. Второй очень важный момент. Когда мы говорим, там, допустим, о посещении в Архангельске, да, там, производство по там, чернению серебра, это конкретно понимаемая история. Когда мы говорим про экскурсию на Уралмашзавод, это, ну, по сути, город в городе, это отдельно понимаемая история. Когда мы говорим про Новый Уренгой, мы уже на сегодняшний день понимаем, что нам нужно выстраивать туристический маршрут в виде цепочки посещаемых объектов. То есть, допустим, у нас турист прилетел, первый объект его – это аэропорт. Дальше он посетит
музей газа. Это та история, о которой, наверное, мы еще затронем, которая у нас создастся к 2025 году. После этого посещение уже газового промысла. После этого, возможно, если мы берем дорогу Новый Уренгой, Карачаево, там Тазовский район, как вариант, потому что мы и такие форматы рассматриваем, соответственно, посетить ГРЭС, и вплоть до Тазовского межлодика. То есть это целый блок предприятий, которые он может посетить, получив таким образом совокупную историю и понимание о промышленности Нового Уренгоя и близлежащих территорий. Ну и там тоже второй момент, это вторая вариация, да, это когда мы говорим, например, о... Это наиболее сложная история, но наши амбиции в этом тоже заключаются. Это как вариант посещения Ямбурского месторождения. Все-таки какими силами это будет организовываться? Кто будет за это отвечать? Какие структуры? Безусловно, это вот также тоже был наш сложный вопрос, поскольку на территории Нового Уренгоя отсутствуют как таковые туристические операторы. Более того, был и окружной туроператор, в какой-то степени он приходит сейчас в свою трансформацию, да, и нам важно было понять, а кто будет вот этим самым связующим звеном между органами исполнительной власти, предприятиями, туристом, гостиничным сервисом и так далее. А у нас есть прекрасный этнопарк «Душа Ямала», и мы пообщались с руководством этнопарка и убедили их, что именно они должны стать тем самым туристическим оператором. И они попадут в реестр туроператоров Российской Федерации. Таким образом, у нас мы замкнем вообще всю цепочку. То есть они будут взаимодействовать с гостиничным бизнесом, с ТЭКом, с транспортными компаниями. По сути, продавать вот те самые турпакеты. Мы же им будем в этом плане с нашей позиции помогать. Вот. Ну и, конечно же, да, вот наше отсутствие этнической составляющей, оно будет целиком и полностью покрываться именно этнокомплексом «Душа Ямала», потому что именно там на сегодняшний день в Новом Уренгое можно погрузиться в этническую составляющую Ямалнинского автономного округа. Кто наш потенциальный турист? Давайте, во-первых, разделим нашего туриста на две принципиально разных составляющих. Это туризм внешний и туризм внутренний. А начнем с внутреннего. Внутренний туризм – это в первую очередь наша профориентационная история. Во-первых, это школьники, это учащиеся наших газпромовских классов. Они, естественно, должны посмотреть, а что такое «Газпром», газодобывающие предприятия, куда они, в общем-то, наверное, планируют в дальнейшем идти работать. Второе – это наши студенты, естественно. То есть это вся профориентационная история. И уже там дальнейшая история, оно будет гораздо позже развиваться. Это когда у нас придет в соответствии вот событийный с промышленным туризмом, когда у нас составится вот этот плотный календарь, только тогда к нам постепенно начнет приходить именно вот такой классический турист, который едет посмотреть страну, ощутить всю мощь нашего государства, да, посмотреть, вот, а что такое газовая все-таки столица, да, чем она отличается от других городов и так далее. Вот только тогда мы к этому придем. Но как только мы к этому придем, мы должны очень точно понимать, что у нас пойдет сразу очень мощнейший скачок этого внешнего туризма, потому что всегда... вот это так называемое сарафанное радио, оно работает гораздо лучше любой рекламы. Мы можем сколько угодно себя рекламировать, там, не знаю, в аэропортах и так далее, но пока человек из уста в уста не скажет, я там был, там так обалденно, там можно вечером выйти в Новом Уренгое на улицу и увидеть северное сияние, там можно 5 минут доехать до Души Ямала и покататься на оленем, там можно сразу после оленей вернуться обратно в город, попробовать северную кухню, а уже на следующий день попасть на сам газовый промысел. И вот когда он это расскажет своим друзьям, коллегам, знакомым, мы сразу понимаем, что тогда люди поедут, безусловно. И мы, конечно же, всех рады, мы рады видеть наших туристов, и очень будет приятно, если у нас все это получится, и Новый Уренгой в какой-то степени станет не только газовой столицей, но газово-туристической столицей.